Сообщение о пропавшем без вести жителе Перми стражам порядка поступило в конце лета. Молодой человек, занимающийся частным извозом, не явился домой. На телефонные звонки не отвечал. Спустя неделю в одном из дворов обнаружили его автомобиль. Местные жители указали на мужчину, который ездил на этом авто в последнее время. При работе с данным гражданином от него были получены признательные показания. Им была написана явка с повинной о совершении убийства своего знакомого, с которым, как он указал ранее, не отбывали наказания в местах лишения свободы. Встреча между старыми знакомыми была деловой. Один из мужчин предложил своему приятелю заняться поисками цветмета. Указал и подходящий объект – гаражный кооператив. Однако первый же рабочий день закончился ссорой со смертельным исходом. Потерпевший оскорбил обвиняемого. И тот из этого ключом, который у него был с собой для разборки железа, нанес ему уже удары. И потом с целью для того, чтобы добить потерпевшего, он же нанес удары ножом. Поскольку лицо является ранее судимым, и подобные оскорбления были унизительны для него, он и совершил данное преступление. Злоумышленник продал мобильный телефон жертвы, но найти покупателя на автомобиль не успел. Сейчас вспыльчивый охотник за цветметом в следственном изоляторе. Ожидает отправки в места не столь отдаленные. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Елена Иговцева, Сергей Пьянков, телевизионная служба новостей.